13 мужских и 9 женских команд. В Одессе проходит второй тур баскетбольной суперлиги 3 на 3. Наш город представляет две команды – БК Одесса и БИПа Одесса. БИПа проиграла уже 2 матча и вылетела с турнира, а у БК Одесса все еще впереди. Совсем скоро они сыграют свой первый четвертьфинальный матч. Мы выиграли у команды БИПа Одесса и выиграли у сборной Ю-18. Вышли в четвертьфинал на команду Ивана Франков. Планы, как бы мы всегда перед собой ставим планы максимальные. То есть в прошлый турнир мы заняли второе место, в этом как бы хочется уже занять первое, но посмотрим. Впереди у команд еще 4 тура. Финал пройдет в марте. Чемпионы получат денежный приз – 65 тысяч гривен и участие в турнире «Мастерс», который у баскетболистов считается самыми престижными европейскими соревнованиями. Также у всех спортсменов будет отличная возможность зарекомендовать себя перед тренерами сборных. В нашем чемпионате участвуют те ребята и девчонки, которые являются потенциальными кандидатами во все национальные сборные. У нас 6 национальных сборных по баскетболу 3 на 3. И вот путем участия в Суперлиге тренера просматривают кандидатов и будут формировать национальные сборные. Самого сильного соперника среди мужчин спортсмены уже выбрали – команда Днепра. Все сошлись во мнении, что на этот тур сборная приехала в своем лучшем составе. Но действительно ли Днепр станет чемпионом и как закончится сегодняшний соревновательный день для БК Одессы, смотрите в наших следующих выпусках новостей. Александра Явник, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».